По информации наших коллег-журналистов из Запорожья, жители новых территорий России постоянно подвергаются атакам украинских террористов. Очередное ЧП произошло в Мелитополе Запорожской области. Целью преступников стали наши коллеги, представители СМИ. 25 октября около 8:30 утра прогремел взрыв у здания медиахолдинга «Замедиа». По оценке взрывотехников, мощность взрыва составила не менее 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Момент взрыва зафиксировали кадры видеонаблюдения. На них видно, как взрывается автомобиль «Жигули», припаркованный под окнами компании. За несколько секунд до этого из-за здания выехал другой автомобиль, который также задело взрывной волной. Как сообщают наши коллеги из Бердянска, пострадали 6 человек, в том числе девочка-подросток. Повреждения получили здание медиахолдинга, соседний жилой дом и еще 3 автомобиля. Во всех обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Сами работники СМИ, несмотря ни на что, продолжили выполнять свои прямые обязанности. Несмотря на то, что украинские фашисты пытаются совершать диверсионные акты, такие вот, как сегодня здесь у нас произошел в Мелитополе, который направлен против свободы слова, против журналистов, против мирных жителей нашего города. Но, тем не менее, журналисты работают. Спасибо им огромное за это. Спасибо за их мужество, за их стойкость, за их желание нести правду жителям нашего города.